Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для MaxSpeed. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А также перед началом убедительная просьба. Кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте где-то 10-15 секунд. И в принципе можете выходить. А далее заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный, либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике будут показывать Star. Также Star используется без ключ-системы, Splash с ключ-системой. Ну, в целом, какой чит вам больше нравится, тот используйте. А далее в поиске пишем MaxSpeed. Нажимаем поиск. На данный момент пока что есть только один скрипт. В дальнейшем их будет больше, но пока только создан. И вообще в интернете находится один. К сожалению, больше я найти не смог, потому что, ну... Игрушка относительно новая, пока только один скрипт сделали. Нажимаем скачать, далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт, отлично. Дальше заходим в игру, запускаем чит, заходим в настройки и ставим DLL от CRNL, потому что этот DLL лучше всего работает. Но, к сожалению, он с ключ-системой. Далее вставляем в скрипт сам чит. Потом нажимаем кнопочку Inject и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Короче, может с первого раза не сработать, а значит просто мышкой вот так вот поводите на экране в игре и далее еще раз нажмите Inject. Просто он может не видеть игру, то что вы в игре находитесь. А далее копируем ссылку, переходим в браузер, открываем новую страницу, эту ссылку вставляем. Нажимаем Enter, проходим капчу, далее на сайте ждем 15 секунд и делаем все то же самое. В принципе, чтобы вас не томить, давайте я сейчас быстренько получу этот ключ и мы с вами продолжим. Еще один важный момент, забыл вам сказать, то что ссылку в поисковую строку нужно вставить около 4 или 5 раз. Далее капчу, естественно, также пройти, и на последний раз у вас покажется ключ. То есть, смотрите, я уже капчу прохожу 4-й раз, и вот после 4-го раза у меня уже покажется ключ. Сейчас, получается, нужно подождать 15 секунд, и потом, когда 15 секунд проходите, вы заново ссылку вставляете, и у вас показывается ключ. Ну, сейчас я вам это покажу. Ждем еще буквально пару секунд. Так, все, я думаю, 15 секунд прошло. Вставляем ссылку, нажимаем Enter, и вот показывается ключ. Все, как видите, тоже довольно все просто. Далее открываем игру, открываем вот это окошко, вставляем ключ, нажимаем Enter. Все, отлично, мы заинжектились. Также ключ нужно получать только один раз в день. Если вы перезайдете, еще раз попробуйте заинжектиться, у вас уже ключ не попросит. Далее нажимаем кнопочку Xcode. Появляется скрипт. И здесь получается две функции всего лишь. Третья функция — это сервер хоп. Первая функция — это победы. Давайте проверим, начислятся они или нет. Да, как видите, за одну секунду я получил 15 побед. Отлично. Давайте посмотрим еще раз, сработает или нет. Нет, к сожалению, больше уже не работает. То есть в следующий раз сработает только после того, когда запустится новый раунд. Так. Что-то как-то плохо проезжаю. Вообще упал. Так, давайте слезем с машины. Че, я встать не могу. Вот, все, отлично. Давайте яйцо откроем. Ну вот, за 25 побед, допустим. Посмотрим, что нам выпадет. Камонка. Ясно. Честно, не знаю, как тут работают системы побед. Как они начисляются и за что именно много дается. К сожалению, этого я не знаю. Так, все, у меня ракеты самые сильно одеты. Отлично. Далее есть машины. Так, за 10 тысяч лайков получается машина есть. За 50 тысяч лайков. А в игре интересно, сколько стоит. Ага, 50 тысяч лайков пока в игре не стоит. Окей. Получается, да, получается могу вот на скутере ехать. На вот этом мотоцикле он... Получается, как я понял, доступен будет только через 40 минут. Ладно, в принципе, давайте его тогда и возьмем.
Как его одеть? Ладно, сам оденется, короче. Нажимаем кнопочку Instant Win Race. Опять. И, как видите, победы мне опять прибавились. Но, к сожалению, почему-то прибавилось только 15. Не знаю, почему так мало. Может быть, тут зависит количество побед от времени в игре, либо от пэтов. Ну, мне почему-то дает по 15. Не знаю, с чем это связано. И в следующий раз сможете получить только, когда начнется новый раунд. Также автоклики, но, к сожалению, я вам забыл их показать. Но они работают. До записи я проверял. Вот эти две функции, они работают. Клики вам начисляются автоматически, если вы нажмете на кнопочку автоклик. Но ее, скорее всего, уже там потом, наверное, не выключить. Либо она сама выключится. Так, получается, на G надо нажать. Но, как видите, сейчас... А, нет, клики есть. Смотрите, я на G нажал, навожу, на, допустим, на плюс 100 побед, и мне кидает покупку. Значит, автоклики работают. Чтобы их, естественно, выключить, вам нужно нажать опять кнопочку G. Вы ее нажимаете, и все, и автокликер у вас перестает работать. Чтобы опять начал работать, нужно опять кнопочку G нажать. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой довольно прикольный скрипт я для вас нашел. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, напомню, то, что будет в описании. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.